Что вам здесь не нравится? Нам все здесь нравится. Нравится? Все нравится. А что не нравится? Что не нравится? Горки, вот эти вот желтые горки, они качаются как-то. Все, что на детских площадках неправильно качается или некрепко стоит, в максимально короткие сроки устранят и отремонтируют. Бдительные сотрудники Госадминтехнадзора не упустят ничего. Их внимание сосредоточено на безопасности граждан. Безопасность и стала главной темой визита в Реутов главы Госадминтехнадзора Московской области Олега Баженова. Вот этот элемент надо отремонтировать. Да, принял. Это опасно, руку там засунуть или еще что-нибудь полезет. Для оперативного решения выявленных проблем все замечания на месте записывали представители администрации, управляющих компаний и регионального оператора. В числе основных нарушений – повреждения покрытия на детских площадках, детали, требующие обновления, и нехватка информационных щитов. То, что касается детской игровой инфраструктуры. Работы ведутся. В этом году будет благоустроено 19 дворовых территорий. Соответственно, появится 19 новых игровых площадок. И государственный административно-технический надзор все их возьмет на свой контроль. После всех замечаний в ходе рейда приятно было услышать и похвалу. Жители Реутова порадовали инспекторов своей активностью. Мы сегодня пообщались с жителями, увидели, вот, кстати, вот в этом дворе сегодня есть абсолютно неравнодушные люди, которые своими руками делают вот детскую игровую инфраструктуру. Это очень здорово, это классно. Они очень скромные люди, они отказались там подойти показать, но мы все посмотрели. И вот когда есть такие люди, то в городском округе будет все нормально. По мнению руководства Госадминтехнадзора, Реутов заслужил неплохую оценку за чистоту и благоустройство города. А следить за устранением выявленных нарушений – теперь задача инспекторов территориального отдела. Елизавета Черняева, Александр Попов, телеканал «Реутов».